В начале лета в Одинцове появилась дополнительная выделенная полоса для общественного транспорта. Здесь, на улице Свободы, дорога бывает загружена не только в часы пик, но и в течение всего дня. Ее пересечение с Можайским шоссе – один из ключевых участков дорожной системы города. Проект по созданию 100 выделенных полос для общественного транспорта на дорогах Подмосковья – это поручение губернатора по итогам ежегодного обращения к населению. На сегодняшний день мы создали уже порядка 40 выделенных полос в различных округах. И ключевой эффект, которого мы достигаем, это обеспечение приоритета для общественного транспорта. На улице Свободы расположены железнодорожная станция и автовокзал, куда приезжают маршрутки и автобусы со всего округа. Тем самым выделенка экономит время общественного транспорта, который получает приоритет и помогает соблюдать расписание. Выделенка на улице Свободы – это не первый объект в Одинцове. В прошлом году мы организовали выделенку на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка. Жители увидели эффект. В Одинцовском округе работа по оптимизации дорожного движения регулярна. В планах на будущее еще одна полоса в микрорайоне Трехгорка при выезде с улицы Кутузовская на Чистяковой. Таким образом, общественный транспорт перестанет терять время и на этом участке дороги. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».